Хей, йоги, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру под названием Shadow Warriors. Это у нас Steam-версия, да. Это у нас, так сказать, со всеми апдейтами, со всеми дополнениями. А профиль, понятное дело, что под меня, потому что, камон. Это ж, Steam. Так, ладно, по параметрам я все настроил, я не знаю, по идее должно все быть хорошо по аудио. Соотношение, ну... Давайте даже 60 возьмем, да? Окей. А я думаю, должно быть довольно хорошо меня слышно и игру тоже. Ну, игру я даже не сомневаюсь, что ее должно быть плохо слышно. А дальше, дополнительно. А что у нас дополнительно? Альбом иллюстратора. Рисуночки. Вот это у нас главный персонаж, по идее. Да, Shadow Warrior. Давайте посмотрим, что здесь у нас присутствует. Себе. Фильмы есть. А, ну начало игры это мы посмотрим. Авторы. Ну и все. Давайте тогда, я думаю, начнем, да? А, новая кампания, режим выживания. Давайте новая кампания, режим X, героический режим. Новая кампания. Давайте по сложности, наверное, возьмем нормальную. Обычно это типа легко, нормально, высокое, безумное. Мы будем на нормальном. А, как я буду проходить? Вот это вот такой сейчас интересный моментик, ребята. Пытаться, если брать именно классическую игру, да, ну это в основном как те же сервисы, те же как думы, ну именно это классическая, если брать игру. А вот эту, здесь довольно прикольная механика. Здесь есть прокачка и все в таком духе. И я подумал, в принципе, тут есть меч. И меч довольно хорошо всех разваливает. Почему бы не поиграть с помощью меча? Ну, да, я понимаю, что дальше будет мясо, там в основном все будут... С оружием противники, но. Наше основное будет орудие, это меч. А? Как вам? Я понимаю, что в основном всякие там достижения, они должны, по идее, выскакивать, потому что я все настроил в ОБС. Наши долги мы получили при рождении. А где русская озвучка? Алло. Князь и Череп. Все мы пленники Великого Колеса. Побег, лишь каприз ребенка. Свобода, самая жестокая из иллюзий. Однако есть те, кто пытается. Те, кто сжег бы весь мир, лишь бы править им. Ну это как раз из... Но я буду защищать тебя до последнего вздоха. Может это отсюда взяли иллюстрацию, там 17% было? Это я обещаю тебе, сестра. Может типа здесь иллюстрация там была 17%, да, как все написано? Поскольку мы древние. Мы можем не знать процветания. Но мы будем победителями. А живые доспехи какие-то. Ну, это мы все повидаем. Еще есть, да, вышла ж... Ну, еще когда, пролог. У нас вторая часть, вторую тоже мы... Генва миллиона долларов. Мы с вами обязательно еще пройдем вторую часть, это я вам гарантирую. Что-то сила... А в игре присутствует много, так сказать, пасхалок. О. Динозавр. Скорее всего, это Годзилла. Хотя, кто его знает, на самом деле. Лаванг на связи. Господин Ванг, это Арачазилла. Ох, извините, я в пути, сэр. Не могу сейчас говорить. Я привизирую. Все поменялось. Ты должен принести мне Аберкаги. И он мне нужен сегодня. Без проблем, сэр. А продаст никуда не денется. 2 миллиона баксов за дрянную маску. А если не вдраст, так. Продаст, заполучи его сам, даже с ценой своей жизни. Если не продаст, придется использовать особый подход. Где? Да черт побери. You got the power! Ладно, пускай сам поет.
Вот что действительно херово, где русский... русская озвучка, что ее нету? Почему на пиратских версиях есть, а в лицензионной нету? Алло? Ах. Давай, детка. Мне главное, чтобы не фризило, это самое главное. Если что, я с ультра качества поставлю на высокую. Я буду понижать ее, пока не добьюсь идеального такой муа. Сока именно для управления, потому что я так играть с вертикальной синхронизацией, чтобы не было разрыва в данной экране и все такого в таком духе, можно сказать. Так, посмотрим. Портфель полный наличный. Меч, улыбка миллионера и еду. Так, карты. А, прицел, я не знаю. Давайте я, наверное, немного... Мне кажется, картинку немного нужно похуже сделать, да? Потому что чёт, она какая-то сильно у меня пролагивает, когда я там... Да, у меня GTX 1050, но вы видите сами. Ну, это потому что у меня экран Full HD, наверное. Давайте я поставлю на высокую, а фильтрацию на четверочку. Тени зеркала, включено, высокая обработка пускай будет. Давайте лисья, наверное, низкий и на средний поставлю останки. Работать отлично, я не знаю. По сути, ПК мощный. Если Ведьмак на максималках просто летит. Ну это понятное дело, что вы уверены, что хотите сохранить изменения, предыдущие, да. А, стоять, мне нужно, скорее всего, прицел. Тут же, смотрите, давайте посмотрим, что вообще тут есть. По игре, если игру, да, тут субтитры, все есть, такой подсказочки. Автоматически брать, я не знаю, скорее всего, автоматически брать это предмет. Автоматически брать все предметы из-за открытого контейнера. Мы будем это делать вручную, нахер оно нам надо. Оружие в бое есть обычное, простое и сложное. Простое это значит, комбо мы делаем все сами. Обычно, ну, блять, я не знаю, посмотрим. Прицелики, здесь есть разные виды у нас, как вы видите. Я взял самый такой опциональный, да, его, в принципе, можно и выключить. Ну, я не уверен, что там будет довольно удобное само по себе орудие. Давайте как-то прицел такой хотя бы сделаю. Так, а что у нас, допустим, по параметрам, по управлению? И мне раскладка, где настройка мыши, чувствительность. Давайте, у меня так на мышке стоит 3200 DPI. Мне нужно еще больше. Но, знаете, не сказал бы, что именно... Так, ладно, ну, привыкнем. Ладно, мне нужно клавиши. Я не видел там назначение клавиш. Инверсия заглажена. Настройка мыши. Тут только настройка мыши, алло. А, вот, привязка к клавиатуре. Так, дополнительная атака. Это ПКМ, быстрый удар сюрикена, так, Ю, хорошо. Перезарядка R, ну, это как обычно. Оружие. Выбрать последнее оружие, окей. Оружие, увеличить. Это, если что, увеличить, если не ошибаюсь, зум. А, прицел, да, он довольно что-то неудобный какой-то. Ну, мы можем это поставить на... Ага, что-то еще. Двигаться. Бежать, левый shift. Пробел. Стрелка. Смотреть. Пригнуться, хорошо. Поднять, использовать, включить фонарик F. Улучшение У, статус достижения, быстрое сохранение, бла-бла-бла. Хорошо, давайте тогда что мы сделаем с вами? Увеличить, я поменяю на F-очку. Так, ну в принципе... Давайте сначала сбегаем в эту сторону. А, почему? Да, я понимаю, что уже прошло не знаю сколько времени, но нам нужно сюда сходить с вами. Пасхалка. Здесь просто будет сейчас первая пасхалочка, ребят. И чисто из-за пасхалки я иду в эту сторону.
Знаете, ну давайте, ну понятное дело, что большинство, наверное, ее уже знают. Или еще поменьше сделать прицел. Ну, я думаю, типа нормальный, да, там прицелик. О, вот первый посылок. Типа, знаете, в большинстве игр, типа, ты идешь, да, и там невидимая стена, и все, ты типа вот не можешь пройти. Но не в этой игре, то есть. Вот, видите, здесь холст. Здесь дорога. И все. Посмотрим в дырку, а там роботы. Ну, вы понимаете, да? А там, ну, вы, да, наверное, заметьте, когда я возвращался обратно, у нас там присутствовала еще одна дорога с той стороны. В принципе, там то же самое, поэтому я не думаю, что стоит так нам возвращаться именно в ту сторону идти, потому что будет одно и то же, там тоже будут роботы. Даже, скорее всего, там, наверное, и не будет роботов, это я вам показал, где дырка есть. Чтобы показать, что за ней. Не знаю, может это враги с классической игры. Не знаю, но на самом деле игра довольно прикольная должна быть. А как я и повторял же. Много всяких различных у нас пасхалок, секреты. Да, мне просто... Ладно, давайте я еще посмотрю, что могу сделать. Аудио, стоять, видео. Я не знаю, с чем это связано на самом деле. Вертикальная синхронизация. Может, тройная буферизация мне нужна? Вертикальная синхронизация у меня, в принципе, так включена. А ну-ка. О, слушайте, а в принципе? Или нет? Короче, если будут какие-то хоть намеки на фрезы, я автоматически настраиваю. Красиво, да, сделано все. По графону я не делал самое убогое, поэтому не надо на меня тут орать, если чё. Йоу, мужик. Чё как? Вижу, у тебя меч тоже. Клетки. Ванцеп! Блин, я не могу к нему ближе подойти. Как вы видите, слева снизу у нас хпшка. Интересно мне. Черт, я надеялся на более шаблонный стенкел. Ладно, пусть будет декоративная природа и цветущая сакура. Нет, 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 ну. А, фух. Все, тогда все нормально. Может, давайте еще немного, чтобы мне был, чтобы мне было главное немного выгоднее играть. Тени, давайте тени, наверное, средние поставлю. Зеркало включено. Давайте отключу, я не знаю. Ладно, включить. Средняя постобработка отключено с частицы. По умолчанию средняя низкая. Мне главное, чтобы картиночка, ну как, не качество, да, именно изображение, а производительность. Вот. Ну, давайте так посмотрим. Храм, да? Земля. Допустим, видео. Постобработка. Высокая, принять. Ну, согласимся, в принципе, ничего не изменилось. Значит, параметры, видео, постобработка средняя, а текстуры мы поставим на ультра. Давайте так теперь попробуем. Я не знаю, у нас с вами мышка, знаете, либо на стрелу похожа, а либо это лопата. Типа, лоп, лоп, лоп. Давайте посмотрим так. Нет, знаете, типа, как бы картинка не улучшилась, но прибавились просто лаги. То есть смысл я не вижу.
Ладно, короче, возвращаем и идем, потому что 15 минут, камон, у нас уже видео идет, а я еще даже не вошел в здание, чтобы начать миссию. Круто, тень. Ну как, подождите, они называются? Это не здание же, да, по сути? Это японские что-то-то там. Но я не помню, как они точно называются. А, посмотрим по производительности дальше. Ладно, полетели. Вот, просадки, видите? Неплохие конура, ха-ха, твердая смертная, что? Тап статус. А денег? Купить меч и генга. Что, меч пойдем покупать? Смотрите, здесь всякие мечи, сувениры. О, а вот здесь производительность поднялась, потому что там закрылась дверь, то есть... Сейчас мне это не нравится, слышите? Только народу? Голос я замечу. Это что, так какая-то шутка? Господин Мизяки, если не ошибаюсь. Кто вы такой? Можно звать меня 2 миллиона долларов. Где Нобуцука Каге? Не оскорбляйте меня. На кого вы работаете? На Микки Мауса. А может, Микки Рурка? Какая разница? Это бизнес. У вас меч, у меня деньги. Если вы не сказали, что я повстречаюсь с человеком, задающим все это, а прислали вас, ходячую угрозу. Слушайте, я сам коллекционер, вообще-то большие комиксы, но это ведь то же самое, так? Это ж щедрое предложение, я советую вам. Как я объяснял тем, кто приходил до вас, меч не продается. Я не уйду без Нобуцукаги. Я могу заплатить деньгами, а могу заполучить кровью. В таком случае, где Лу, господин? 2 миллиона долларов. Ребят, меня зовут Ло Канго. Давайте заключим сделку. Нажмите так, чтобы нанести удар катаны, удержите ПКМ и отпустите, чтобы нанести усиленную рубящую атаку, чтобы бросить сюрикен. А почему я его не режу? На! You guys are pussies. Мне нужно, походу, настроить будет. Давайте немного наверное, все-таки изменю. Я хочу тогда на обычный поставить. Потому что он рубит и туда, и сюда. А хотя, сейчас одну вещь попробую сначала. Наверное, мне нужно было сложное туда поставить. Куда мы собрались, Мизяки? Разве ты не хотел... Ну, короче, что-то кровь выбирать, если мы типа Ты монстр! Я не монстр. Я Шимки. Нет, я все. А когда они успели мне ударить? Подождите, давайте я все-таки изменю. Мне. Это где? Игра, да, кажется? А, смотрите, еще одна вещь. У нас есть разные катаны. Нобуцука и Хотлайн Майами, Сервис М, Живого мертвеца. Для Таруб. А ну-ка. Давайте посмотрим. Это из DLC. Дубинка, да? Ну, не канон, потому что, серьезно, палка режет противников. Что еще у нас есть? Так, назад стоять. Параметры. Игра. Живого мертвеца. Поехали. Ну, типа топор, да? Либо что типа того. Дальше что у нас есть?
Молот, ну это с Сириусом понятно. Катана из Hotline Miami. Вот это вот интересно посмотреть. Ребят, замечу. Сейчас давайте как-то встану. Она пиксельная. Как-то освещу ее. Ведь она из пикселей. Ладно, короче, это вообще не канон, поэтому... Блин, я опять не туда зашел. Поэтому параметры. Игра. Exhibition. Так, окружили направление. Сложно. Давайте сложно попробуем. Сейчас попробуем. Чё-то все равно не врубаюсь. Ладно, пускай будет, как мы настраивали, да и все, и погнали. Сука. Сложное. Обычное. Направление оружия ближнего боя. Я просто не врубаюсь, что это значит. Думаю, это не важно. Вау! Смотрите, слезы. Да, слезы. У нас остаются эти, короче. Порезы. На. Тайники есть какие-то, интересно. Что-то режет, видите, типа. Некоторые каменные статуэтки ломают, а этот не ломает. Я просто сейчас все рушу, потому что есть достижение ломать все к херам. Может, на самом деле нам что-то и дадут взамен, слушайте. Или это дальше нам будут показывать, типа, деньги и все такое. Пью, это сюрикены. Сюрикены у нас, если что, они бесконечные. О, новое задание. Разбивай. О, видите, достижение появилось вон наверху под катаной. Что е? Е-е-е, что е? Я что-то ничего подобрать не могу. Я что-то подобрать ничего. О! А, аптечечка. Так, используйте Shift, чтобы совершить ускоренный рывок и выбрать так направление. Shift, чтобы бежать. Снова рублю, упертые куски. На самом деле я подумал, что это ковчег какой-то. Куда мне идти? О! This could be dangerous. Вот, ребят, первая, еще одна пасхалочка, это классический автомат с игрой, видите? Oops, low aim drops. Их можно ломать, так все взрывать. Все тоже это дело не что. Да, все-таки видите, там пасхалки есть везде, то есть нужно главное их найти. Я просто разрушитель. Все крушу. Да, рывок очень помогает на самом деле. Типа быстро перелететь на другую сторону. Я думаю, это будет у нас довольно юзабельная вещь. Особенно если противника будет довольно много. А, поехали наверх. Так, ну понятное дело, что нам сюда. А. Ломается люстра, интересно. Вау! КД у меня, как я понимаю, нету, да? Походу, что да. И если брать основную игру,
Ой, вот ты и попался. А, фонарь. Я думаю, что мне светится. Ну, лампа. Символика. Поехали тогда дальше. Что за... Вы искусный боец. Ну, какого... Ну, кого вы в работе? Хрен, я вам что скажу. О боже, нам конец. Удивительно, Лованг нам скажет хрен что. Что за дерьмо? Секундочку, что я за глупыш? Может не говорить нам о про... Хер, как я погрянул, он у тебя... за место мозгов. О господи, ну у него это... Так, он живет в Акабаре Хайта, пьет бурбон 4 розы, аккуратен, коллекционирует комиксы и работает на Орчезилу? Как ты узнал? Зила, я этого опасался. Зила Энтерпрайзис, мастер инноваций. Талант, который служит плохому хозяину, подобен дереву с гнилыми корнями. Он высится гордо лишь до тех пор, пока его не поцелует что-то там в задницу. Мы встретились с каким-то демоном. Ведите его. Где я? Снимите. Где я? Что ты со мной сделал? Помолчи пока. Сейчас говорят взрослые. Пожалуйста, включи снова госпожа. Как я уже сказал, он цел и невредим. Жест моей доброй воли. Набер Кокаги. Сколько? Зачем он вам так сильно нужен? Ты нашел остальных? Вы не знаете, с чем вы имеете дело. Вы влияете человек? Дела. Но даже влиятельные люди должны мириться с фактами. Меч никогда не будет твоим. Служу прямо. Скажу прямо, если ты не отдашь ей этот меч, ты повредишь себе помехи серьезной опасности. Что происходит? Я не знаю. Нет, мне нужно больше времени. Все под контролем. Это слишком скоро. Нам нужно уходить. Сейчас же. А нормально то, что типа у меня повязка на глазах, но я видел свое тело. Глава первая. С как в слове сволочь. О, как в слове отмена. А нужно будет, короче, заканчивать серию, наверное. Хераси. Так, ну нам дают возможность взять катану. Блин, мне интересно, я ж, наверное, не все, да, изучил в той локации. Нужно взять. Нехорошо. Так. Что за чертовщина, я не дали. Выбрался из тюрьмы. Ладно, давайте, я думаю, короче, на этом остановимся, на таком прекрасном моменте. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока.